Привет вас, дорогие друзья, в игрушке A Way Out. С вами канал AlexPlay, Just Jack, у нас четвертая серия. Погнали. Нам нужно найти семью Лео. Угу. Искать вот такого маленького пацана. Все ли с ними в порядке? Тем более я скучаю. Конечно. Хочется увидеть свою семью. Конечно. Ты-то в тюрьме сколько просидел? Пару дней? Несколько дней? Да, там буквально сразу же практически. Вот там барбекюху жарят. Да, вот я соскучился. Вот тут кто-то на гитаре. А, это бейсбольная бита. Тратути, вы кто? Ой, это наркоманка какая-то. О! А я пока отвлекаю, ты сосиски жрешь? Да, Алекс вообще не меняется. Он не стал есть, смотри. О, Джек, иди сюда! Давай покачаемся на качели. Так, а можно раз? Можно. Садись на другую сторону. Давай. Точно. Да-да-да, садись. Как старые добрые времена. Вспомним детство. Какого черта мы делаем? Как-то неловко. Да, очень неловко. Такие посидели. Что это? Выглядит прикольно. Было угарно, да. Такое надо иногда. Так, хорошо. Какая неловкая ситуация. Там что-то мужик... А, он там с тачкой возит. Так, ну 5 минут на исследование. Посмотрим тут немножко. А, вот есть женщина еще. Так, я пока пошел по закоулкам гулять. Ага, посмотри там. Так, нет, тут ничего нет. Чем-нибудь нашел? Пока нет. О, тут бейсбол можно поиграть. О! Блин, ну-ка, я бегу к тебе. Давай сыграем. Бегу. А чё, ты один, что ли? Я думал, мы друг с другом будем. Отбил. Хорошо. А я могу тебе помешать как-то запороть? Не знаю. Так. Кидай, мужик. Есть. А ты можешь подавать мне, смотри. А, я могу подавать, давай. Ну-ка. Так, я попробую запороть. Смотри, отбил. Какой, смотри. Джек, сзади, смотри, что у тебя? Чё у меня? Я хотел тебя отвлечь. Понял. Блин! Нормально. Так. Давай, на счет 3-4. Да, давай. Хорошо. 3? Ага, 4. Да блин! Давай. Маш. Да, блин. Ладно. Ладно, все, хорошо. Ну, считай, я тебя победил, короче. Я тоже не пробовал. Ладно, ты пока пошаришься, я попробую быстренько. Давай. Hey, what's up? Whoa, what the hell happened to this car? Beats me. Just doing my job. Looks pretty banged up. You sure you can fix it? You damn sure I can. Блин, а как ты уже 114 заработал? А, ну, видимо, я подавал и... Нет. Ты не отбивал. Нет. Ты видал, ты отбил, ты уже там заработал сколько. Ты как это делаешь, блин? Ой, прям в него. Не знаю, мне просто везет. Я прям по нему попадаю. Так, ну ладно, я тебя победил, хватит. Этого достаточно. Ясно. О, гвозди могу вбить. Я красивее отбивал. Я зачем-то гвозди вбиваю. А зачем?
Не знаю. Так, погодь, тут ты кто? Так, были, тут мы были. Так. Там кто-то шпёхается? Что, да? Стенка кто-то шпёхается. О, я увидел Алекса! Так, подожди, я тут разговариваю. Ладно. Ты где? Пошли. Туда. А, вон туда, да? Ты пацана своего увидел, алё. Пошли. Увидел, увидел. Ну я тебя ждал. Come here. Ага. То есть, вместо того, чтобы пролезть поверху, они опять это двигать. Ясно, логика железная. Хорошо. О, все, нашел. Ой-ой-ой-ой-ой. Копы. Добрый день, мэм. Здесь у вас все в порядке? Что вам надо? Не возражайте, если мы зададим вам несколько вопросов? Да, возражаю, я здесь весьма занята. Мэм, ваш муж сбежал из тюрьмы. Хватит называть меня мэм, ясно? Я понятия не имею, где он. Слушай, если он попробует с тобой связаться, то дай нам знать. Да, хорошо. Ага, прям так взяли и дали. Пока. Покусики. То есть, главное, подожди, полиция знает, где они живут, а этот не может Харви узнать, где они живут, да? Угу, логика. Порядок, все чисто. Отлично. Ни хрена там высота. Я бы точно что-нибудь сломал. Все хорошо? Конечно. Ты в порядке? Да, да, я в порядке. Отлично. Эй, Алекс, смотри, кто здесь. Алекс! Это он не рад меня видеть. Че, убежит? Малыш. Ну, то, что я преступник, разыскиваюсь. Дети, они такие. Не переживай, Лео. Он просто немного расстроен. Он узнал? Да, он увидел в газетах. О, черт. Все в порядке, милый. Иди сюда. Итак, это тот парень? Да, это Винсент. Приятно познакомиться, мэм. Привет. Линда, я должен рассказать тебе, что происходит. Да, но сперва тебе нужно поговорить с Алексом. Конечно. Так, а я пока с Линдой поговорю, да? А ты иди с пацаном. Ну-ка, я сейчас немножечко... А, нет, нельзя. Ну ладно. Эй. Это Спасибо. Так, как давно ты Лео? Чаки? Какой-то странный мотоцикл. Can I help you with something? Actually, I was thinking, that I could give you a hand. Nah, I'm good, thanks. All right, just let me know if you need anything. You know, I've worked on a few of these before. Oh yeah. Так, ну у меня, короче, пока не пусто. Оставь меня в покое. Ушел. Я только стал говорить, он ушел. А ты сейчас за пацаном бежать, да? Ну, видимо, да. Я пока пойду жене твоей, короче, помогать. Так, давай. Принесу там гаечный ключ. Ну, а вот он, я со своей семьей, и у нас попугай какой-то. Так, мы сейчас будем заводить. О, ёпта! Я починил мотоцикл. Самоделкин.
Вы помогли починить мотоцикл. Так, что, я в дартс играю. Так, блин. Хорошо. Хорошо, я помог. Так, ты это... У тебя сын убежал вообще? Мне надо немножко отвлечься, успокоиться. Это успокаивает. Как это говорят, ты немного подрати? Или как это? Подрати, да. Подратист. На, ты дал сразу в полтинчик, попал. А, ну ты мне точно победил сейчас в этом. Beautiful. Ой, уже 104. На геймпаде не так удобно просто. Я просто, понятно. Ну, смотрел когда-то дротик, я так примерно более-менее понимаю, как это играть. Там надо... Лучше вверх, да? Ну, в двадцатку вот в эту, да. Там, короче, определенное количество очков прям ровно надо набрать. Для этого по-хорошему надо попадать, да. Там, если больше наберешь, то у тебя все сгорает. Он лестницу поднял, не хочет мне помочь. Может тебе помочь? А, я не могу, кстати, туда идти. Да. Походи там, посмотри. Займись я чем-нибудь пока. Ну, пойду в трейлер, что скажу. Вот. Я ему сейчас починю, он что-то тут собирал. Он даже помогать не хочет. Может, трейлер еще? А, дом Алекса. Алекс дом. Алекс, так ты на дереве живешь? Ты сразу прикольно, я всегда мечтал о дереве, о домике на дереве. О, хорошо прям. Так. Ну все, помирятся, видимо. Да. Ну, детские выделушки вот эти вот. Ну, неприятно, что он преступник. Ну да. Школьник. Но все равно, видишь, я люблю тебя, малыш. Так сильно люблю. Хочешь поиграть в баскетбол? Конечно. Но ты же знаешь, что я лучше тебя играю в баскетбол, так? Ничего подобного. А вот и да. Хочешь поиграть? Это может быть весело, но нам не следует задерживаться. Да ладно, разок сыграем. Ну уже, Винсент. Ладно, парни, разок сыграем. Готовься продуть, приятель. Я точно выиграю. Ты не знаешь, что выиграю я. Ты же знаешь. Так, давай посмотрим. Парни, вы готовы? О, мы готовы, понеслась. Так, а что делать-то? Оп. Так, и что? Надо забить. Ай, мой. Собираю. Мыши. Вот он. Да блин, я даже взять не могу. А как брать? Возьмешь, попробуй, а ты попробуй забери. Так у меня даже не взаимодействует. Иду. Так у меня даже... Во. Ага. Оп. Смотрите какой. Иду. А тут нету, у нас одни только, да? Ну да. Да, надо вот в этот кидать. Ага. Оп. Е-е-е. Понял, да? А, ты против нас, да? Против... Да я откуда знаю. А, не, нормально. Опа, солидал, что творю. Слэм данк. Оп, смотри. Оп. Оп. Смотри. Оп, на, сверху. Видал? Да, елки-палки. Оп. Да ты смотри, научился. Видал? А, смотри, раз. Оп. Видал? Оп. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. С лицевой забил-то как, а? Смотри, сейчас трешечки. Хоп. Да, попробуй. Винсент, пасуй, говорит. Да надо пасовать, там пацану еще надо. А, ну ладно. О, помочь Алексу, давай. Эй, я пил. Смотри, какой. Понял, да? У тебя прекрасно получается, Алекс. Думаешь? Да, ты должен стать профи. Серьезно? Я скоро вернусь. Ага, хорошо. У тебя талант. Ты играешь намного лучше нас обоих. Привет, красотка. Привет. Ну, поглядите на это. Похоже, вы помирились.
А, ну все, да, вы там пока это. А я буду с пацаном играть, да? Поиграй пока. Так, а как пасануть-то? Оп. В общем, она рада, что он снова улыбается. Хорошо. А я что, с пацаном играй? Да, играй пока. Класс. Оп. Так. And you really think Harvey will leave us alone? На, держи. That murdering bastard. Ты забивать-то будешь, пацан? How the fuck could I trust him? It is what it is. This is the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna get away with this. Да, ну пацан, ты вообще ты. Я пообещал, что мы разберемся с этим всем дерьмом. И с Харви, и он нас не будет беспокоить. Ага. Линда, у тебя есть предложение? Рэй, что тебе нужно от этого придурка? Я должен его найти. Я уверен, что он знает, где прячется Харви. Ты его видела в последнее время? Ага, он работает на новой стройке в центре. Ладно, хорошо. Мне нужно, чтобы ты была готова покинуть страну, как только я вернусь. Не переживай, я разберусь. А ты просто возвращайся невредимым, ладно? И не агакай мне тут. Возвращайся живым, иначе я надеру тебе задницу. Ладно, обещаю. Кстати, тот пистолет все еще у тебя? Да. Погоди. У меня опять оружие будет. Да. А я, как всегда, водила. В принципе, оно и логично. Вот. Ты как бы такой, ну, все равно грабитель преступника, а у меня там банкир персонаж. Да. Я люблю тебя. И я мы тебя. Мы никогда не были богатыми. Ага. Мы могли стать богатыми, у нас было дельце, нас подставили. Ты видел, как я бросал? Да, у тебя отлично получалось. Я ж говорил, ты настоящий профи. Думаешь? Молодец, малыш. Слушай, я сейчас должен уйти. Точно? Да, должен. Но ты позаботишься о своей маме, ладно? Можем сыграть еще разок. В следующий раз, обещаю. А теперь иди сюда, обними меня. Ладно, малыш. Теперь возвращайся к маме. Ладно. Вот так. Да, но даже если мы не были виновны, то мы уже дел понатворили. Ну да, там уже копов поубивали. Как бы нормально творили. Хотя, в принципе, нас все равно осудили, поэтому какая разница. Ты уверен, что этот Рэй даст нам координаты Харви? Уж придется. Что если не даст? Еще как даст, не сомневайся. Сюда. Эй, куда это вы собрались? Нам нужно кое с кем поговорить. В чем проблема? Тут, по-твоему, кофейня? Это же стройка, сюда нельзя просто так заявиться. Че, угрожаем или обманываем? Давай обманем. Давай. А ты? А, да ну, и ты меня остановишь. Прошу прощения за моего коллегу, он пока не выпил свой утренний кофе. Однако он прав. Мы здесь, чтобы проверить, соответствует ли стройка нормативам. Господи, очередная инспекция. Что это у вас, парни? Вы все приходите и приходите и приходите. За вами глаз да глаз нужен, верно? Но... Даже документы не попросил. Ага. Боялся. Сыкло. Надеюсь, у вас здесь все по нормативам. Проклятые проверки. Надо проникать на предприятие. Да. А чё? Ну зато видишь, как нормально, без драки, без лишней обошлись. Да. Неплохо. Хотел бы я сказать то же самое. Так, и... Наглый. Ну да, я думаю, если бы мы ему пригрозили, это нам бы аукнулось. Опа. Ну да. Погоди. Надо срочно зайти в туалет. Ну, чё, будем посмотреть. Возможно, тебе на туалете должен поднять будет потом. Есть такой вариант наверх. Да нет, это... Так, в общем, надо найти какого-то чувака, который знает, где это Харви. Да, и нам, скорее всего, туда куда-то. Куда-то туда. Бежим.
Это он где-то наверху. Наверх. Здорово, ты кто? Sorry. Can I ask you a question? Там пока поспрашивай. Do you know where your foreman is? Yeah, of course I do. So can you tell me? Like I said, I'm busy here. Он засранец. Че, мужик там с больной спиной стоит? А, да. А? О! Ну-ка, ну-ка, сейчас. Давай, я попробую. Так, а дай-ка я тоже попробую. А, мы с тобой, так мы с тобой. Да. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Подожди, а что нажимать-то? Вот, не знаю. На чё, блин? А, еди. Вот. Да как? Ладно. Yeah, boy. Baby boy, big my boy. Hey, you know who your boss is? I don't know. I haven't seen him. Мне кажется, нам надо войти. Возможно. Да нет. А я у них узнаю, они не знают, где их. Нам наверх. Нам наверх. Ага. Все. Заходи, анимация. Угу. Что это? Что вот за хрень? Да. Ты можешь это объяснить, недоумок? А, да, похоже на... Хватит мямли, здесь их два. Я тебе говорил, что должно быть четыре. Ты что, дебил какой-то? Вы не так поняли. Да ты идиот, чертов! Ты что, идиот? Это простой вопрос. Ага, я его вижу. Да пошел нахер отсюда, короче, ты уволен. О, черт. Начальник убегает. Пытается сбежать. Да, охренеть, так ладно, я за ним бегу, а ты там беги, короче. Я наверх. Давай, гони его наверх. Давай, я гоню. Я нормально. Горит, жри говно. Так. Все, я рядом с ним. Охренеть, я там прыгаю, бегаю. Так, по лестнице. О, он коробки скинул, гад! Я его вижу, вот он! Давай, перехватывай, загоняй его в угол. Бегу. Да блин! Чё такое, я не могу! А, всё, понимаешь. Офигеть! Блин, прикольно! Я почти догнал, блин! Блин, я побежал по другой стороне. Простите? Извините! Крутой. Блин, он скинул! Да блин! И я тут почти его поймал! Сука, нифига он быстрый, юркий парень! Так. Догоняем. Вижу, он далеко прям от меня. Я на перехват бегу. Я в лифт. Так. Блин, а у меня все, я там затупил, короче. Да? Я поднимаюсь. А, я на лифте поднимаюсь вместе с тобой, наверное, на крыше. Да, я на крыше был. Я тоже. Так, смотрим. А, да, все, вот мы вместе. Куда он делся? Я его убью. Эй, расслабься. Не нужно этого сейчас, ладно? Это еще почему? Давай для начала его найдем. Как скажешь. Идем. Ну, логично, да. Рановато его убивать. Да? Куда стрелять? А что на лестнице, ну-ка? Я пойду поднимусь. О, тут вот, ага, я тут уже, ага. Ой, высоковато тут. Ой, я не понял, думал ты... Понятно. Я думал, ты на спине ползешь. Не. Думал, разлегся этот человек. Ага. Если бы. Так, ты его видишь? Нет. Все здесь. Так, он, наверное, где-то здесь. Надо осматриваться, короче. О, бухлишка. Пивасик. О, слышишь? Саня, вот это смотри. Видишь, на экране? Это отсылка.
Фотография, помнишь, такая черно-белая есть, где мужики на такой же балке, короче, сидят. А, да? Да. А, прикольно. Я не знал просто про эту отсылку. Это такая старая фотография, там, 30-х или каких-то ага. годов. Там, где это, тоже они такие сидят вот так. На стройке тут так же, да? Да. Так, надо искать, короче, слышишь? Угу. Тут на Е вот подходишь ко всяким штукам, вон в туалете. Вот! А, он нашел! А где там мужик стрет? Давай. А, я бегу помогать, я думаю, давай мы сейчас откроем. Да. Иду, давай. Давай. И раз. Ах ты лестницу поднял. Ах ты говна кусок. Так, Винсент, я кое-что придумал. Так, давай воспользуемся вон тем краном, ага, хорошо. Так, ты... Кто? Иди, ты запрыгивай. За кран? Я за кран, да. Давай, отпусти мне. Цепляйся. А, я не могу, нет. Можешь пониже? Все, нормально. Все? Ага. Так, слез. Ой, страшно-то как, боже мой! На сам кран, кажется, надо будет. Так, а мне как? Ой-ой-ой-ой-ой! Нормально. А я не могу двигаться. Наперерез. Ага, понял. Так, куда? Ага. Оу! Охренеть! Нифига себе прыжки! Не упади там, не упади. О, боже мой! Мы на крану. Я вижу это сдалека! Блин, классно так смотрится, охренеть реально. Он к тебе, я его направил. Да он там спрыгивает, засранец. Я пошел за ним. Мужики, пошли вон. А я вижу тебя, ты бегаешь, да-да-да. Я к вам ползу. Он, видишь? Ну ты меня, наверное, не видишь пока что. Да вижу я вас. По верхушке. Я вон его, видишь, вижу. Вот он. Давай, сука. А вон я ползу. Так. Ой-ой-ой-ой! Смотри, не урони там его тоже! Он нам нужен! Лео, помоги, братан! А, мне что-то далеко! Я вот тут избиваю, как бы! Я почти! Ё-моё! Мать его! Да вон он, я ползу! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ничего страшного не будет, ты на крыше! Ай-яй-яй-яй! Да как-то что-то нифига уже! Да ё-моё! А ты чё не ползёшь-то? Я не могу. А, всё. Я его почти поймал, блин. Я спрыгнул. Я Е нажимаю, блин! Да! Иду! Всё, поймал! Да! Какой? Сука! Да мы его поймали почти что! Какого чёрта? Да господи, что ж они как увольни какие-то падают? О, нифига, смотри, какое 3D пошло! А, да. Блин! Тебе надо было окружать его, наверное. Да, я тоже так подумал, так. Сука! Блин. Фига себе, он шустрый. Попробуй окружить, окружай. Да. Наперез! Туда, давай, наперез. По лестнице сейчас спускайся. А, нет, да, все правильно. Все, ловлю! Поймал! С другой стороны! Надо было с другой! Да нормально. Все. Все, поймал. Куда это ты собрался? Уберите от меня руки! Нихера там высота. А, да. Ваша голова закружилась. Не хотелось бы упасть. Не хотелось бы там стоять. Особенно вот так. Ну и кшечка такой был. Ты скажи нам, где Харви? Пошел нахер, я тебе ничего не скажу. Нахрен, вот так, да? Ладно. А, ну-ка посмотри, пушка. Интересно, что с ней можно сделать. Может, себе в задницу засунешь? Знаешь что, давай пока это положим. Эй, Винсент, не знаю, как ты, но я тут вижу много разных вещей, которые могут развязать ему язык. Что скажешь? Парни, не надо. У меня есть пара вариантов. Ага, у меня тоже. Посмотрим, заговорит он или нет.
Так, смотри, есть посмотрим. Лампу в жопу ему, смотри, засунуть. Сейчас. О, глазопистолет есть. Смотри, сейчас я ему... Лампа? Ты собираешься меня слепить? Не, мне кажется, он тебе еще в жопу будет засовывать. Вау! Ну как тебе? Как тебе такое? Так, говори. Это жестко. Я ему пригвоздил, кажется, ботинки. Возможно, с пальцами. Ой, паяльная лампа, не надо, Саня. Жесткий контент пошел. Так, ну все, я его просто напугаю. Подожди, это бумажник. Ой. Ребят, не повторяйте, такого нельзя делать. Я же говорю, я его даже не... Я просто попугал. Все нормально. Я так. Не собирался его. О, все, сдался. Ладно, ладно, парни. Ладно, сдаюсь, я все вам расскажу. Да? Тогда начинай говорить. Ладно, ладно, успокойся, братан, успокойся. Где-то в Мексике. Не знаю точно, но он в Мексике. У него там огромный особняк, это правда, клянусь. Так вот где прячется эта крыса, да? Ага, он там. Только не говорите ему, что я вам сказал. Не говори мне, что делать. Ладно, ладно, успокойся, братан. До встречи, пошли. Эй, парни, вы куда? Не бросайте меня. Вы спятили, развяжите меня. Парни, вернитесь. Ах, фиг тебе. Что ж, похоже, мы двигаем в Мексику. Ага. Нам понадобятся пушки помощнее. Что правда, то правда. Что ты делаешь? А на что похоже? Погоди. Отойди в сторонку. Так от, подожди, откуда он знает, как это делать? Не понял. Вот так. Ну, как всегда, комиксы смотрел. Да, да. Пересмотрел комиксов, блин. У меня есть знакомая, которая может отвезти нас в Мексику. А, да? Нормально. Отлично. А я знаю, как нам заполучить пушки. Но нам нужна наличка. Нельзя сейчас рисковать с ограблением банка. Полно мест, которые гораздо легче ограбить, чем банк. Например? Интересно, я даже сам не знаю. Что... Так, подожди, а мы сейчас что-то поедем грабить, что ли, получается? Так, это получается, мы сейчас, наверное, серию закончим, потому что логически она закончилась, ну да, получается. Логически, да. Сейчас до диалогов дойдем, как пройдет. Ну да, да, сейчас диалоги пройдут. Сейчас еще минут 10 диалогов и нормально, как раз. А, заправку грабануть хотят. Может быть. Заправка? Думаешь, у них там хватит денег? Очень надеюсь, я не отправлюсь за Харви с одним пистолетом. Ага. Думаю, это и есть единственный способ это выяснить. Ладно. Ты готов? Ага. Почему бы тебе не дать мне пушку? В смысле? Слушай, нам нужно вести себя тихо. А у тебя это не очень хорошо получается. Сделаем это по-быстрому, братан. Зашли и вышли. Давай лучше по-простому, не устраивая переполох. Но? А, давай на этом серию закончим. Давай на этом серию, да, закончим. И в следующей серии, ребятки, мы вам не скажем, что мы выберем. Да. Мы подумаем, если что, посидим. Да. Вот. И в следующей серии вы узнаете, что мы выберем и как, да, будут развиваться события. Вот. Вот, ну а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте обязательно пальчики вверх, комментируйте видео. Ну, увидимся с вами обязательно. Спасибо за просмотр и всем пока. Всем пока-пока. Обязательно подпишитесь на Джаз Джека. Ссылочка будет внизу. И на Алекса тоже. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро!